Друзья, хочу вас познакомить с еще одной прекрасной девушкой-геймером, Верой Максименковой. Вера не только снимает классные игры, но и делает это на веб-камеру. Поэтому вы можете видеть все ее эмоции в прямом эфире. К тому же у девушки прекрасный голос. Заходите на ее канал, лайкайте и подписывайтесь. Да, друзья, заходите на канал Веры, там как раз сейчас очень новые интересные прохождения идут. Очень рекомендую. Ну а мы начинаем. Всем привет, с вами Клауд, и вы на канале Клауд АМ, естественно. И, конечно же, ваш любимый Полибридж. Так что, ребят, начинаем. Ну что, друзья, новый интересный уровень, тут какой-то гидравлический прыжок надо будет делать. Давайте посмотрим, что будет. Сначала едет, конечно же, автобус, потом разработка гидравлики, потом наш трюковый пикап должен с помощью поднятого трамплина должен запрыгнуть к медведику на флажок С. Я думаю, что будет достаточно просто. Давайте попробуем. Ага, просто. У нас только 6 дорог, так что не так все просто. 6 дорог. Ладно, ну, в принципе, проезжай, потом поднимает на гидравлике. Нас же поднял. А, ребята, я знаю, как это сделать, смотрите. Так, здесь мы просто построим прямую дорогу, чтобы просто наш вот маленький грузовичок, точнее, вот такой вот маленький автобусик, свалился на точку А, а дальше я просто все это подниму выше, и мы сделаем какое-то, знаете, вот такое, может быть, закругление в конце, чтобы он прям джип оттолкнулся, отпрыгнул, залетел сюда. Здесь тоже нужно делать какой-то прием нормальный, потому что ему просто скорости не хватит долететь, сколько я помню. Этот уровень еще помню, его почти не изменили, поэтому здесь, в принципе, будет все достаточно просто, хочется на это верить и надеяться. Так, друзья, попробуем по минимальному бюджету обойтись, вот такой вот простейший вариант, сможет ли выдержать. Не сможет выдержать, потому что я забыл вот здесь такую штуку поставить. Все хорошо будет, сейчас не волнуемся, ребят, не волнуемся. Мне кажется, даже проехать нормально. Ну почти. Он здесь стукает, эта скотина. А когда стукает, нужно очень хорошо качественно закрепить. Я вот думаю, может быть, нам поменять, самортизировать, чтобы он не сломался хотя бы под автобусиком. Нужно импровизировать, проверять теории. Теория не работает. Но проблема в другом, проблема вот в этом месте. Можно заметить, конечно, здесь железом, но тогда сломается в другом месте, скорее всего. Давайте посмотрим, скорее всего, так и будет. Да ладно. Так. Слушайте, неужели пройдем? Не долетает. Короче, друзья, я в этом видео я сильно решил не заморачиваться. То есть мы будем проходить просто уровень, чтобы максимально мосты выдерживали, чтобы они были крепкие, при этом вложится бюджет, чтобы мы получали максимально синие фишечки, которые можно получить. Для этого нужно что сделать? Надо вложиться бюджет, надо, чтобы все тачки доехали до своих флажков. При этом, чтобы мост вообще не разваливался. Только в этом случае вы получаете синюю фишечку, ребят. Так, ну проблема у нас была в том, что у нас немножечко не хватило заворота вверх. Так, 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 вот так мы сейчас немножечко переделаем красиво и посмотрим. Может быть, сейчас будет лучше, но может не заехать. Бус или сломаться. Да, уже начинает ломаться. Экспанд на максимум. Сейчас должно быть все хорошо. Поднимаю максимально и... Сможет ли отпрыгнуть вверх как нужно? Или сломается прямо уже на въезде? А, ему нужно... Ему еще скорости не хватает. Давайте попробуем чуть меньше экспандить на 40%. Давай, давай, чувак, жги, 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 ты должен долететь. Вот он ускоряется и не долетает. Нам нужно ему сделать, значит, более плавный разгон. То есть прямая дорога здесь нас не устроит с вами. Немножечко переделали, сделали, видите, такой плавный угол заезда. В итоге все это можно очень качественно выдержать. И даже очень дешево попасть на побежит. Ну вот, очень качественный заезд, запрыг. Давай, 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 дорога. Он тупо не долетает. Давай, 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 заезжай! Yes, мы сделали, но у нас сломалась дорога, и это очень плохо. Но мы дошли, 701 место, побежит даже хорошо, чем вошли. То есть, в принципе, плавно, я немножечко изменил угол, чтобы он не сильно поднимал, и, в принципе, почти долетает. Я думаю, что вот здесь вот так вот нужно сделать. А в этом месте для качественного приема джипа надо поставить железку. Давайте посмотрим. Должно получиться. Момент истины. Здесь очень хорошо все проезжает, мостики не ломаются, это главное, потому что синюю фишечку нужно получать обязательно, потому что мы крутые, ребята, давай! Все, доехал, я даже не буду ничего делать. У меня все устроено. Давайте проверим теорию про синие фишечки. Сейчас выйдем в главное меню. Да, друзья, как видите, я был прав. На уровень 3-4, который только что мы с вами прошли, мы получили синюю фишечку, потому что мост не сломался. Вообще в мосту ничего не сломалось. Даже если какая-то часть сломается, вы получаете только зеленую фишечку. Тут у нас очень банально. Едет БелАЗ и одновременно плывет пароход. И надо БелАЗ, вот, который очень тяжело, довести до самого конца. Это будет дерзко и круто. Но я думаю, что нам, знаете, что надо сделать, чтобы идеально нам получилось, потому что прямая линия очень сложно будет ее сдерживать. Все-таки немножечко мы воспользуемся хитрой системой под названием Tracing Loot. Давайте протянем, немножечко поднимем вверх, чтобы это было вот примерно вот так. А он не заедет. Вот, ну хотя бы вот так. Хотя, конечно, она делает идеально, в принципе, круг, который нам нужен, но лучше иногда строить именно вручную. Давайте заполним ее. Возьмем дорожки, нажмем заполнить. Заполнилось. Попытаемся проводить его так, потому что если построил прямо, он тут очень будет сложно. И ну, правда, 60 тысяч бюджета.
Может, не так все и сложно. Но мне кажется, без железок не обойтись. Так, для начала мы, наверное, сделаем нижнюю подпорку, поддержку, что все от нее уже, в принципе, будем как-то плясать. Это вот так это будет все работать. Как я уже говорил, наша задача что сделать? Наша задача сделать, уложиться в бюджет, при этом, чтобы мост не обрушился, чтобы получить зеленую фишечку. И мы не будем гнаться за рекордами, просили это делать не гнаться, потому что всем надоедает и так далее и тому подобное. Единственная проблема, я хочу посмотреть, заедет ли Белац вот в этом месте. Ну, не проверишь. Давайте вот так сейчас это сделаем. Он заезжает, все, отлично. Давайте вернем. Так, дальше банально пока деревом обойдемся, не знаю. Но возможно придется ставить железо, потому что очень длинный мост. Да, друзья, это очень дорого, я уже вижу по деньгам и вообще, по-моему, не вмещаюсь. Боюсь, что я зря так делаю. Так, уже впритык по деньгам. И нужно, конечно же, здесь какой-то очень классный опор. Ну, мы, скорее всего, здесь переделаем потом все это дерево, потому что, ну, явно очень дорого будет, а нужно в бюджет вложиться обязательно. Пока пофиг на бюджет, посмотрим, как можно вообще тут стабилизировать, как он вообще поедет. Пофиг на бюджет, смотрим. Вот видите, что происходит? То, что я говорил, мост надо строить по более выпуклой параболе, все потому, что вот эта система, которая заполняет, она не очень идеально строит, к сожалению. Просто западает, смотрите. Во-первых, потому что еще мост там писать тяжело, во-вторых, я еще здесь забыл поставить. Сильно не помогло. С одной стороны, кажется, что уровень очень легкий, да, то есть у нас один БелАЗ просто едет, и все, нужно ее просто вести. Но с другой стороны, это БелАЗ, очень тяжелая техника, гигантское расстояние, ребята, это очень плохо, вот поэтому очень сложно это все нормально, качественно реализовать. Но берет очень большой, и явно рассчитан на дерево, судя по всему, и так далее, но будем что-то придумывать. Так, ну вот такой деревянный мост, давайте смотреть, как, что будет происходить, но мне кажется, он сразу, конечно же, упадет. Да, БелАЗ так тем более не проедет по этому мосту, но тут нужно идеально поставиться. На самом деле, это... Поверьте, ребята, очень сложный уровень, потому что тут идеально сделать мост очень-очень сложно. Нужно мучиться, постоянно подстраиваться. Думаю, что я буду здесь сверху еще достраивать вот такие вот деревянные штуки, потому что по-другому, иначе просто он не заедет. Так, проверяем, еще больше поднастроил бюджет. Видите, уже 4000 осталось, даже меньше. Йотов. О, я намучаюсь с этим мостом, я вас просто, ребята, уверяю. Очень сложно будет построить, наверное, качественный нормальный мост. Ребят, ну ломается мост, я ничего не могу сделать. Очень сложно. Я думаю, что я его перестрою полностью. Не наш вариант оказался. Попробуем сделать банальным вариантом. Так, друзья, ну вот предварительный мост у меня получился. Будем от него уже отталкиваться, от него будем нормально правильно строить. Естественно, он сразу же падает. Нам нужно сделать так, хотя бы, чтобы стандартный мост просто не банально не падал, даже без нагрузки. Попробуем дальше перенести нагрузку вот на нижнюю часть. Она как бы более железка, более качественная должна быть. Ага, то есть пошла уже ломаться в середине. Это скотина. А прикиньте, еще должен БелАЗ проехать. Ёпперинтеатр. Как я проходил тур, я не помню. Ну что, друзья, немного импровизации. И вот мне получилось примерно вот такой вот мост. И вон более-менее хотя бы, смотрите, хоть как-то потихонечку еще держится. Немножечко все не очень хорошо, но... Уже выглядит получше, мне кажется. Надо будет от этого моста отталкиваться. У меня мост стоит, ребята, у меня мост стоит. Пофиг на бюджет, уже 75 тысяч. Да, но стоял до тех... Ну, уже стоит мост. Это хорошо. Хороший признак, да, когда мост стоит? Давай плавающий мост весь из железа. Ни одного дерева не... В итоге он очень тяжело оказался. Да, ёпперинтеатр. Очень сложный уровень, как пиздец просто. Вот уже более стабильный мост, хотя бюджет здесь все-таки ограничен. Пожалуйста, пожалуйста, доедь хотя бы. Блин, я должен пройти тут погоду. Ну, что... Ты твою дебизию, ну... Я застрелюсь, пойду. Очень-очень сложный уровень. Мне кажется, я тоже не пошел в прошлый раз, потому что, ну, очень сложный уровень, ребята. Ну, просто очень сложный. Мне уже похрен на бюджет, потому что уровень пройти в бюджет, я не знаю, как уровень пройти по-другому. Что происходит? Но он доедет, но дорога сломалась. Да, за 6500 он доехал на БелАЗе здесь. Ну, блин, такие читера. Ну, вот эти два, вот это точно фейк. Это точно с помощью денег накрутили минимум денег себе и специально, чтобы пройти уровень. Потому что по-другому здесь пройти невозможно просто, ребят. Максимально более-менее реальная сумма, это вот 33 тысячи. Ну, как реально? Это пол бюджета, тоже очень сложно пройти. Но нам нужно сделать так, чтобы все-таки он доехал без поломки мостов. Да, детка, чуть перестроил мост и получилось, пофиг на место. Главное, что я прошел долбанный уровень и мост при этом выдержал, что тоже очень немаловажно. Фух, друзья, наконец-то мы прошли дебильный уровень, и я больше люблю уровень, где нужно подумать, как-то вот машины по-разному переправить, чем какой-то... Я ненавижу уровень, где надо гигантское расстояние преодолевать, потому что там нужно так идеально подстраиваться, это очень сложно идеально проходить. А вот такие вот уровни я больше люблю, где вот надо подумать, как-то что-то гидравликой поработать, и все красиво получается. А строить уровень на гигантские расстояния, помните, как 100-метровая жесть уровень
называется, где мы строили 100-метровый мост. Ну, там хотя бы можно было четверить и построить все чисто правильными треугольниками. Ну, очень высокий мост, но четверили и прошли. Но предыдущий мост, блин, очень геморройный. Друзья, я посмотрел, как я проходил предыдущий уровень прошлой версии игр, и я реально там тоже не смог уложиться в бюджет, потому что очень сложно, ребята. Хотя там я потратил не 84 тысячи, а 72 всего лишь. Так, и вот этот уровень у нас новенький, он его не было в прошлых версиях. Давайте посмотрим, что нужно сделать. В общем, здесь сначала идет машина, потом работает гидравлика, и мост поднимет. Ну, в принципе, просто в теории. Но 7 дорог ограничено. А тут, в принципе, все просто. Давайте поднимем такую вот часть дороги. То есть, вот эту среднюю часть дороги. Я для этого специально сделаю вот такую вот штуку. Главное, чтобы машина проезжала. Да, тут, в принципе, простой очень уровень, на самом деле. Смотрите, как это делается. Главное, ровно сделать дорогу. Ну и, конечно же, делаем нормально качественную, дешевую возможность укрепить наш мост. Конечно же, из дерева и треугольников. Делаем еще такую снизу импровизацию, чтобы мост не сломался, когда поднимался, отделялась часть, потому что нам это очень нужно. Просто я хочу получить именно синюю фишечку, то есть ложиться бюджет и чтобы мост не развалился. Это очень важно. Лично для меня, не знаю, как для вас. Так, тут тоже очень главная особенность. Нужно как-то этот мост удержать, чтобы он не развалился. Я боюсь, что без стали нам не обойтись. Попробуем сделать как-то вот так для начала. Мне кажется, это должен очень легко выдержать. Надеюсь, не развалится. Бюджет мы, в принципе, вложились. Вот самая простая импровизация нашего моста. Должна в теории сработать. Давайте только проверим, правильно ли стоят эти штуки. 2, 2, 1, 1. Все правильно, ребята. Смотрим. Проезжает. А я, Коломана, я не посмотрел, что тут нужно второй этаж заехать еще и в этом месте. То есть две гидравлики. Ну что-то лишние дороги кидают. Что за фигня, думаю я. Ну тут все просто, вот так надо сделать получается, смотрите. А, она не крепится. Здесь проблема в том, что она здесь не закрепляется. То есть нужно будет как-то еще тоже... Может быть, так как-то будет крепляться? Давайте посмотрим. Проваливается, видите? Да, не так все просто, как я думал. Ну давай, очень, слушайте, уровень очень прикольный. Ну вот хотя бы интересно, хотя бы не одному часа подстраиваться. Здесь просто надо заставить как-то наверх подъехать. Что делает мини-купер. Хорошо, тогда используем здесь две части моста. Эту часть мы просто полностью отрубаем. Здесь будем по-другому немножечко импровизировать. Потому что, видите, слишком угол резкий, и машина просто его сносит. Поэтому нам нужно с вами здесь две дороги. Чтобы был максимально такой вот хороший, качественный уровень. Экспандим, по-моему, по максимуму. Надеюсь, заедет. Так, ну давайте посмотрим, что вообще будет. А, ну сейчас мост ниже свалится. Ну ладно, посмотрим. Она просто не заехала. Вот так тебе, что ли, нужно? Ну, давай. Да-да-да-да-да, заезжает. Так, здесь у нас проблема. Мы забыли. Здесь вот нам нужно поменять мосты. Хорошо, здесь мы просто банально по-дешмански, по-дешевому просто подвесим. Чтобы он просто висел, нам на больше, в принципе, не нужно. Проверяем здесь. Гидравлика стоит правильно, здесь все, в принципе, правильно, даже можно потом дешевле сделать, но, в принципе, изи, ребят, должна быть, посмотрим. Только углы подъема, не знаю, какие нужны, так, ну, видите, это мы не угадали. А здесь нормально приезжает, да? Слушайте, классный уровень, но здесь, конечно же, врежется, давайте посмотрим на крушение Титаника. Так, угол подъема должен быть максимальный, где-то, наверное, даже чуть больше. Ну, вот, почти идеально, смотрите, поднялось. Так, он будет подъехать продавливать немножечко. Но все идеально. И в бюджет вложились. Красавчики, на каком уровне? Ну да, здесь можно дешевле сделать. Давайте посмотрим примерно как. Ну, естественно, вот эта железка очень дорогая штука. Тут ей не нужно сильного упора. Давайте сделаем просто вот такой порез. Смотрите. И угол чуть-чуть больше поднимем. Давайте на 33, потому что будет немножечко продавливаться. Здесь сильно тоже можно все это дело попускать. Оно сильно не требует. Без железа. Да, ну не сильно дешевле. Где-то получилось в районе 1000 дешевле. Может быть, даже меньше. Но все должно быть идеально подниматься. Так, здесь все хорошо поднялось. Я немножечко градус поднял, чтобы чуть-чуть было выше, на всякий случай. И да, это не сказалось. Мы в итоге прошли на синюю фишечку, ребят, да? Ну и в 1154 место уже нормально. Идем дальше. А вот это будет, ребята, дерзкий уровень, потому что 17 тысяч бюджета, и у нас нужно будет через гидравлику проводить, блин, гребаный автобус, который поедет последним. Машину надо как-то вниз кинуть, а автобус вверх. Они едут по очереди, подождите. Сначала это машина. У нас 6 железа ограничено, остальное все не ограничено. И можно много гидравлики, много дорог ставить. Но у нас очень маленький бюджет. Я этот уровень вроде бы как бы помню. По-моему, он уже был в старой версии. И я думаю, что она будет ехать так, чтобы машина как-то проваливалась, назад уезжала. Чтобы она падала и скатывалась до флажка. Но нужно очень хорошую, качественную такую распорку сделать. Ну, вот примерно вот так вот. Давайте посмотрим, скатится ли назад или нет. Да, берет. Едет поезд, блин, едет гребаный автобус. И вот автобус, он, сами понимаете, тяжелый очень. И надо вот свести его очень аккуратненько вниз, чтобы ничего не сломалось. Здесь очень бюджетный классный вариант получился. Можно в этом месте, конечно, вот внизу заменить на деревяшки с помощью подвесочки. Но мы не будем пока это делать, нам это не нужно. Естественно, по-дешмански сделаем это из дерева.
Но я думаю, может как-то снизу закрепить. Вот пусть здесь вот можно снизу закрепить. И вот здесь вот тоже вполне возможно, что выдержит. А вот здесь, конечно же, будем поверху. Да, в этом месте все хорошо, как видите, все нормально сработает. Здесь вот снизу придется тоже немножечко импровизировать. Главное, очень ровно построить дорогу. Потому что от этого очень много зависит. Вы уже знаете, потому что я вас об этом научил. Ну давайте железо. Гидравлика здесь, в принципе, не нужна, вы же понимаете. В этом месте мы симпровизируем вот таким образом. Вот так вот сделаем. Ну, в принципе, выдержит. Есть, наверное, он доедет, а вот, то есть вопрос, выдержит ли. Машинка хорошо скатывается. Поехал автобус. С горочки давай. Слушайте, хорошо едет? Да вообще ничего не ломалось только что. Здесь почему-то не стоит у нас. Хотя, мне кажется, вряд ли поможет, но посмотрим. Ага, понял. В этом месте у нас проблемы, ребят. Будем импровизировать. Ну, давайте как-то так попробуем. Хотя я уже вижу, здесь вот будут большие проблемы. Давай, давай, проедь. Ты же крутой, проедь. А, изи было. Вот, я так и думал, здесь проблема. Нужно вот так еще сделать. И при этом вложиться каким-то образом в бюджет. Так, может быть, на железках сэкономим. Давайте, бюджет. Бюджет притык. $19. Себе в карман положили. То, что нам выделили. Ну, давай, проезжай, должен проехать. Давай, давай, дорогой. Ну, тут изи, да. Изи. Ну, нормально, за синюю фишечку мы проехали. Меня, в принципе, устраивает. Здесь можно как-то очень дешевле проехать, я уверен. Потому что, видите, мы 4000 уровень. Здесь, в принципе, можно проехать за... Ну, думаю, вот Джейсон точно нормально все проходит. Где-то за 9 точно можно вложиться. Может быть, какие-то прыжки там устроить, что-то в этом роде. Но мы не будем заморачиваться. Потому что вы просили не заморачиваться, поэтому я и не заморачиваюсь. 14 тысяч бюджета. А, я знаю этот уровень, я помню. Здесь нужно будет делать с прыжками дороги. Блин, это будет жесть. Ну, как-то вот так. А, она хорошо ныряет, смотрите, подождите. Она очень далеко ныряет сразу. Ну-ка, давайте посмотрим. Не допрыгнула, не выдержала. Ну ладно. Ну как-то вот так. Этот, я помню, дурацкий уровень, но я его как-то, по-моему, не очень неплохо прошел в свое время. Так. Ну тут надо немножечко просто импровизировать. Сейчас мы немножечко найдем, чтобы главная штука не развалилась. Вот видите, она просто внизу разбивает, но это пофиг. Главное, в принципе, ловить внизу. Но сделать так, чтобы она проехала идеально, надо очень сильно заморочиться, чтобы ничего не сломалось. Ладно, давайте здесь вот как-то внизу встречать ее. И вот так она будет прыгать, смотрите, на другую дорогу сразу. Вот так вот мы симпровизируем. Пока пофиг на бюджет, сделаем так, чтобы она хотя бы это все дело работало. Хоть уровень реально сложен, но хотя бы дня добилась там через пропасть проводить. Мне такие уровни больше нравятся. Давайте смотреть, что будет. Долетает вообще машина. Опа, четко пошла, да? Давайте поменьше чуть сделаем трамплин. Бац! Так. Вот, видите, все почти идеально, надо только дальше закинуться. Друзья, а что если вот так вот сделать, смотрите, как я грамотно придумал. Дешманский вариант. Да, прыгает, бьется, и ну есть. Так, здесь надо же подумать просто о приземлении. Так, а что если вот так словить машину? А под кем на углу вообще-то прилетает? Бац. И, не допрыгнул, пингвины в шоке. Так, пингвины в шоке, нам нужно что-то сделать, чтобы она допрыгнула. Черт. Мне нужна еще одна дорога, наверное, мы ее там украдем. О, она допрыгнула! Шок, она допрыгнула! 4000 вложились. Здесь дешевле можно сделать, конечно же. Давайте сейчас посмотрим. Она реально допрыгнула, смотрите. Бац. И допрыгивает. Синефишечки мне здесь, конечно, не видать. Вот, замедляем. Прыгает, бац, пробивает. Нет, да, пробивает эту штуку. Можно дешевле как-то там еще сделать. Бьет идеально. Как она идеально улетает, смотрите. Джейсон Стэтхэм просто подзавидует, наверное. Так, ну хочется как-то дешевить, хотя бы, может, бюджет можно как-то вложиться. Допустим, вот здесь вот можно как-то дешевле сделать, мне кажется. Вот так вот, дешмански. Все ломает. А, даже не ломает, смотрите. Ага, видите, другая совершенно амортизация происходит, и уже не долетает машина. Вот этот поворот, да? Меняем железки на дерево, и уже машина просто не допрыгивает. Ставим железки, машина нормально долетает, да? Ну не говорите, что такое. Долетай, сучка. Блин, ребят, что опять случилось? Что, почему уже не долетает опять? Так, ну что дешевле делать? Давайте посмотрим так, чтобы она вообще хоть как-то долетала. Чтобы что-то перестала это делать. О, по-другому долетел, ну долетел. Все, вот, долетает, наконец-таки, сделал так. Ну как можно сэкономить? Очень просто, ребята. Хотя тут опять же будет другая амортизация, мне кажется. А если вот так, это дороже будет? А сейчас вообще, смотрите, может не долететь в итоге. Видите? Все-таки амортизация в игре тоже, простите, физика просчитывается, она просто может банально не долететь. Вот так меняем все обратно, смотрите, долетает нормально. Опа! Четко залетеем. Не, какой-то рандом. Здесь даже вообще, по-моему, не нужно было, смотрите. Смотрите, не нужно.
Опа! Я в бюджет вложился еще, смотрите. Прилетел, ну, конечно, монстр свалился. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, было интересно. Они очень прикольные были уровни. С Беладом помучились. И трюки у нас очень крутые были сегодня. Последний трюк был просто охренительный. Даже Джейсон Стэтхэм, наверное, просто завидует. Скорее, сейчас идет около монитора, вот смотрит мое видео и завидует, ребят. Стопудняк. Ну а с вами был Клаун. Надеюсь, вам понравилось. Давайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.